Там какую-то бедолагу, видать, отправили. На смерть, что это такое? А что все прибежали? Походу, некромант какой-то. А, удар, понижение, характеристик. Класс сложности. 24, сила. Ни хрена себе. Этого же не было. Он тут тупо ядом. Обалдеть. Фига себе. Это имбище. У нас тут клинок вообще какой-то пипец стал. Маничело. А можно еще раз? А, подожди, это камень. Так, это мы читали. А, слушай, а если плоть в камень, вампира в камень превратить, он же, по идее, не резнется больше. Гоба, пробуем. У нас, по-моему, где-то заклинание было плоть в камень. Да, у торговца было заклинание плоть в камень. Вот 100% у торговца было. Болван. Камень в плоть, это обратно. Ребяшки, всем привет, добро пожаловать на прохождение замечательной игрушечки Neverwinter Nights Enhanced Edition, дополнение Hordes of Underdark. В прошлой серии мы приперлись в пропасть какого-то дридарина, какого-то дрингаринга, дриндриндринга. Вот, и, а, мне, кстати говоря, да, и у нас тут какой-то гонг, и нам надо сейчас, видимо, постучать сюда и, ну, посмотреть, что там будет. Но мне тут подсказали, что можно вот эту вот Дуаргара попробовать полечить. У нее что-то там с ногой не в порядке. Поэтому давайте попробуем ее хильнуть, вдруг она подобреет. Так, а, блин, чем бы ее... Так, у меня заклинание первого... А, вот, незначительных ран. А, ну, здесь, скорее всего... Вот, два серьезных. А, серьезных у меня нет, да? А критических? Давай вот этих вот. Вылечено 0 здоровья. О, приветствую. Да, с картошкой и больной ногой смирял его взглядом. Ничего нельзя, короче. Ладно, ничего нам не помогло. Зелье малого восстановления, оно одно. Нет, нормально. Все тогда получается, погнали. Этот не помогло, да? Проверить мы проверили, но, к сожалению, ни черта. Ладно, наверное, из-за того, что у меня написано нет ранений, вот поэтому, скорее всего. Так, ну давай в гонг ударим. Я не знаю, что это такое. Гонг украшает странные символы. Знание расшифровать символы. Эти символы взяты из старого драконьего языка, который когда-то был распространен среди самых могущественных темных волшебников Фаеруна. Символы говорят о человеческом жертвоприношении. Ой. Ну давай ударим гонг. Получен опыт 500. Ой. Там какую-то бедолагу, видать, отправили на смерть. Что это такое? А что все прибежали? Походу, некромант какой-то. Гонг прозвучал. Это призыв на церемонию. Викстра поднимает свой древний взгляд на нас. Могуча воля Викстры и страшен голод его. Какой-то вампир. Викстра, защитник мудрости, наш защитник от всех угроз. Тебя молим мы принять одного из нас. Есть ли здесь тот, кто хочет служить воле Викстры? Так, я чё от меня хотят-то? Блин, пипец, надо было хоть дальше пройти. Ну а давай, давай просто хранить молчание, хрен его знает. Если добровольцев нет, должен быть проведен выбор. Викстра, яви нам свою волю. Че, вон Дикина заберут? Пожалуйста, у меня дети. Умоляю, выбери еще раз. Викстра выбрал слугу. Взять. Блин, это что-то, по-моему, это я зря сделал. Вот говно. Наверное, нам надо... А, вот что-то мне спасибо скажет. Блин. Ну, 500 опыта нам дали. Ваши действия к мировоззрению злой. Фига себе. Изменили. Нифига себе. То есть, видимо, нам надо было... Блин, а ты, крыса, не мог мне сразу про это рассказать?
Знакомая фигура выкатилась из толпы, когда-то отступила. Казалось, они едва замечают его бесформенное очертание. О, кардиган опять. Да, церемония избияния, некоторые называют это лотереей, да? Что ж, теперь ты знаешь, каково проклятие пропасть пропасти Дриаринга. Мы не рабы здесь. Нет, мы... пока стоит храм, мы не свободны. Почему вы не поднимете восстание и уничтожите их? Так, давай-ка поговорим, потому что если мы себя выберем, да, то, получается, вот этого разговора не будет. Поэтому давайте послушаем. Почему вы не поднимете восстание и не уничтожите их? Я что, окажусь тебе воином? О нет, я оратор. Я был умелым когда-то тоже, но до того, как пожиратели разума сделали свое дело. Кроме того, Викстра сдерживает охотников за рабами. Нет худа без добра, верно? Какое ужасное существование. Вот, а чем я могу помочь? Ну, ты можешь штурмовать храм, но кто может сказать, что ты победишь? Кто может сказать, знаешь, у тебя есть шанс. Можно было высказаться и стать одним из избранных, но уже слишком поздно, уже слишком поздно. Если бы все же с твоей помощью... Что если ты останешься в живых? Что если жрецы будут уничтожены? Что если... Вот что, а тогда мы впервые стали бы свободными, действительно. Совершенно свободными, понимаешь? Пожалуйста, сделай то, что должно быть сделано. Так. Мне неохота зло получать. Я вообще представления не имею, что тут происходит у вас. Поэтому давайте мы сейчас вызовем и отправимся сами. Расшифровать, ударить гонг. Можно мы сейчас вот это вот все не смотреть? Было бы круто. Да, можно. Так, ой. Ой-ой-ой-ой. Что-то я не то нажал. Блин, вот говно. Что такое? Когда отказываешься, видимо... Блин, я не знаю. Короче, пипец, разработчики мерзавцы. Ладно, придется смотреть. Потому что я escape нажал, и они сразу врагами стали. То есть, соответственно, нам надо бы сначала не врагами, я думаю, поговорить хоть что здесь происходит-то. А вот когда escape нажимаешь, ты там оказываешься, грубо говоря, как будто ты отказался от всего и просто напал. Блин, ну ладно. Я думал, у нас сразу разговор начнется. Ну сейчас быстро проклика. Такие в мотоциклетных шлемах, да? Давай, иди быстрее, да мне посох твой приглянулся, вроде ничего. Мечи, кстати, у них длинные, мечи плюс 3, по-моему, или плюс 4. Гонг прозвучал. Ведь тебе есть да, здесь тот. Ладно. Викстра одобряет своего слугу. Жрецы! Ой-ой, и забрали. Вот, сейчас, по идее, не должны на меня нападать. Потому что мы вроде как мирно пошли. О, отлично. Раздень этого и приведи в мои покои. О, может не надо? Викстра все больше бесится, поэтому нужно немедленно принести да, жертву в яму. Ты че? Походу сейчас... походу сейчас колбаса сразу начнется. То есть я не буду просто, да? Все, я понял. По-моему, слушайте, я тут один. Да, тут ждать никто ничего не будет. Ладно, я понял. Но у них все, шансов нет. Братаны, нормально. Братаны мои тут с сестрами. Хорош. Так, все, ну, при любом раскладе получается, тогда escape работал. Я просто, ребятушки, не знал, поэтому как бы и проверял. Пес его знает. Лучше все перепроверить. Так, куда-то... У тебя найдется минутка. Да-да-да. Да, Натира. У этого храма пахнет темной магией и злом от этого. Что бы ни ожидало нас внутри, я не удивлюсь, если узнаю, что это имеет отношение к той нежити, которая теперь объединилась с Валшарос. Ты думала, что в храме нежить? Мне кажется, что в этом месте может оказаться нечто большее, чем просто простая нежить. Я не удивлюсь, если внутри окажется секта некромантов. Темный круг волшебников, посвятивших себя использованию мертвых. Не волнуйся, я буду действовать очень осторожно. Я знаю, что так и будет, Витамин. Только запомните, вам не придется сражаться в одиночку. Что бы ни случилось, я буду рядом. Я тоже, босс! А ты-то тут куда? Как собачка за мной бегает, конечно. Так, я так понимаю, нас сюда не пустят. Куда-то сюда наверх пошли. И куда-то вниз. Черт его знает. Давай сейчас сюда, может быть, тут что-нибудь. Ну тут, наверное, за... нет, нифига не заперто. Рыцарь культа, иди сюда. Давай пока так. Ой, еще и попал по мне, или нет? Это пипец не прилетело, по-моему. Ой, только не мозгоеды. Мозгоеды, мерзавцы, пипец. Ой, хорошо. Они какие-то слабенькие.
Ой, так это не те самые мозгоеды, которые были. Ой, как хорошо-то. Я-то что там мозгоедов-то уже побаиваюсь. Это у меня тут был неприятный опыт с ними. Большая кость, это очень мне надо. Очень-очень надо. Тело. Ага, тут, о, смотри, тут же сколько их, да? Жерсть-то. А, вот смотри-ка. О! Шлем рыцаря культа. Слушай, а может быть мы можем его одеть и типа пройти втихаря? Слушай, это хорошая идея. А можем оживить его, интересно? Что-то у меня там было оживление какое-то. Палочка оживления. Я уже даже забыл, что она у меня есть. Не, нифига. Ладно. Так, давай посмотрим, что там за шлем. Так, шлем. О, точняк, смотри-ка, то он, наверное, есть. Шлем рыцаря культа. Давай вот так одеваем. Скорее всего. На нас сейчас не будут атаковать. Не зря же он сделан, правильно? Давай попробуем. Если мне нужно будет прочесть перед битвой заклинание, только скажите. Да ты... Ага. Слишком сложно. Я не знаю, то наверх. Тогда наверх. Уровень 2. А, не, нифига. Извините, пожалуйста, я думал, это сработало. А это не сработало. Давай одевай шлем там, болван. Надо вот этого быстрее. То обосрет сейчас там все. Ой, хорош. Нежити такой гнусный дух. Не ворчи там. Гнусный дух. Так, все. Блин, я думал, меч, о, этот шлем что-то там сделает, а нифига. Так, с мозгоедов в кости почему-то по... Ой, кто такой теневой демон? Ой, это все эти сильные гады. Блин, у них силу, они всю силу отбирают, это просто жесть. Ой, Дикин-то наваливает, посмотри-ка, нифига себе. Фига Дикин наваливает. Так, нам надо... так, вот, мало восстановления. Должна, по идее, восстановиться. Хорош. Так, что за алтарь? Вы натыкаетесь на любопытную гравировку. Фигура в капюшоне держит черный драгоценный камень над алтарем. Оружие поднято в воздухе в жесте ликования. А можно? Неэффективно, окей. Так, тут какие-то драконы. А можно этот самый, чтобы напали они? Да, побережье мечей читали, Waterdeep читали. Книги все, не из дополнения, нифига. О, книга не определена. О, книга Викстритов. Жрецы Викстры создают себе дом на небесах, как в этом, как и в других мирах, чтобы можно было привлекать больше последователей божественного света из всех измерений. Но в нижних мирах будут жить старейшины, те, кто будет служить Викстре вечно. Не будут жить ни там, ни там, так как они тоже будут бессмертны. Во их... имя необходимо совершать кровавые жертвы. Викстра будет получать жертвы из костей. Наложить проклятие, разовое использование. Ну, оставим, может быть, это для какого-то ритуала. Я плюс его знаю. Ну-ка, а сейчас. Нифига. Слушай, а может проклятие надо? Ой, чуть-чуть убился. Здорово, так, а давай попробуем этой книгой наложить проклятие на алтарь. Черт его знает. Так, сохранился? Вот так вот. Потерян книга. Нифига. Не очевидно, не очевидно. Но по крайней мере проклясть мы ее можем. Так, окей. Побежали этот этаж еще тут. Ой. Да вы задрали, блин, это какой-то пипец. Слишком... Силы просто в хлам уносят. А, сразу всех тут сейчас вызвать, блин. Везде, где они есть. У Дикина, мне кажется, тоже там уже не особо силы. Так, и, наверное, вот так вот, да? Она, по идее... А, нет, она не восстанавливает. Нам именно восстановление надо, да? Блин, у нас там этот-то продавался. Блин, я вот одну банку купил, болван. Исцеление, это все понятно. Ну, есть, конечно. Давайте попробуем, может быть... А, ну ладно, фиг с ним, может быть сейчас, потом. Я думаю, может у Джина прикупить бы. Ну ладно, фиг с ним, потом уже посмотрим. Так, умри! 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 Теперь меня не победить!
От нежити такой прощайся с жизнью. Ой, сейчас тут наколдуют говна. У меня против нежити урон, конечно, бешеный там с правой руки. Навалива от мам не горюй. Так, чё? О, нифига, дмал кости. Жезл тайного разделения. Рассеять магию пойдет. Зелье ясности сознания. Так, тут, наверное, все кости, я так понимаю, да? Она 0,5 весит, по идее. Поэтому возьмем. Денежка нужна. Так. Дикин? Это Дикин. Так, все вроде тут. Тут вроде все. А, подожди, там же написано что-то жертвоприношение костями, да, или что там было? Жертвы из костей. А, там положить-то ведь ничего нельзя. Блин, я думал, типа кость можно положить. Могу. Давай, иди, открывай, не может она. Дикин, конечно, маньяк со своими стрелами, это пипец. The task is complete. Задача решена, да-да-да. Какие-то руки. У, нифига себе, мы зашли. Катана плюс 4. Это мне надо. Тоже плюс 4 кама, нифига. Кама пуля. Ша! Всех сейчас. Так, ну остальное ерунда. Так, огненная стрела ерунда. Золотое кольцо, его синяя колдунья. Так, дротики могут много стоить. Это скорее всего много стоит. Окей, пойдет. Воу-воу-воу! Да. Ты подожди ты, да. Так, у нас... Найти ловушки нет, черт возьми. Вот засерят, а? Все эти навыки потратил, блин. Эти заклинания. Вот говно, так. А удлиненное заклинание не будет работать на метамагии случайно? Так, это у нас получается третий, да? А тут... О, найти ловушки, смотри, есть. О, найти ловушки два будет у нас получается. Так, куда бы? Хрена там! Ну и с помощью метамагии нормас, да? Вообще обалденно. Надо было сразу зайти сюда и все, и этот самый. Так, что это такое? Клепан доспех аж плюс 6. Ну, ладно. Противоядие, все, туфта. Так, ладно, отлично, неплохо. Хорошо, замечательно. С алтарем пока что-то непонятно, конечно, чего. Ну ладно. Что, этих дресней не будет больше? Вроде не вылезают. Во-первых, на третий уровень. Умри, здорово. Умри! От нежити такой гнусный дух. А так вообще нежить это? Кто это? Враждебный. А тут, кстати, не пишется ни хрена, да? Ну у него иммунитет вот ко всему, это можно понять, что нежить. 27. Ты что, дурак? Вот это дурак. Так. Ну, я не знаю даже. Ну, давай. Ой, там все обезвредилось, видали? Обалденно. Ой-ой-ой, там кто-то судались какой-то. 24, нифига. Ну, давай, уродец. Что это такое? Рука какая-то. О, еще и свалил. Вот крыса. Да подожди ты. Bones for Vixla. Беган мне сандалит. Так, где у меня там исцеление? Надеюсь, я успею. Хорош. Да я тоже вообще-то неплохо по тебе сандалю, болван. Нормас, что теперь поговорим, да? Или что? А, все, отговорил свое. Так, нормально. Все тут прибежали, все при нас, все хорошо. Давай посмотрим, что у него есть там. Нифига себе. Так. Ключ это, плащ защиты, это все понятно. Рефлексы плюс 5, говно полное. Урон от огня может быть полезно. Плюс 5, нифига себе. Так, что у нас здесь? Негативные энергии, ну, такая же туфта. Так, а здесь амулет. Заклинание волшебника. Круги лишние. Дополнительное умение, проникающее заклинание. Нифига себе, это просто мета-магию добавляет. Обалдеть. Нифига себе.
Вот это может быть полезно. Только я не знаю, мы-то, по идее, аркан кастер, правильно? То есть на нас тоже должно это действовать. Так, у нас здесь сила плюс 4, да? Иммунитет страх. Сила 200. Я не в силах 116. Нести такую нож. Но! Слишком тяжело! По идее, у нас должен быть плюс кас, но только, наверное, после отдыха. Ладно, после отдыха посмотрим. Сейчас пока нам только вот этого нет никакого. Так, здесь что у нас? Все это забираю. Это все мне надо. Статуя, ну давай, появишься. Давай сразу разобьем ее. Чтоб не упендривалась. Так, пойдет. Ну ладно, пойдем посмотрим. Мы там быстро убежали из этой комнаты. Может, что тут есть? Какой-то лоботряс, блин, пипец. Я думал, сейчас тут битва будет. Ну, по идее, наверное, битва тут должна быть такой проблематичной, да? Но у нас просто что-то все так быстро получилось тут. Как будто этот самый, какой-то обычный рядовой мобик. О, нифига. Клинок теней. Блин, слушай, 4, это какой двуручный меч. Понижение характеристики сила. Прикол. Его носили легендарные ассасины Черного Лотоса из далекой империи Джейд. Лезвия этих клинков изготавливались из множества тончайших слоев стали. С каждым слоем лезвия охлаждали и наносили смертоносный яд, так что даже один удар им причинят неодолимую слабость. Базовый урон... А, ну 2d6. Это неплохо. 2d6. Так. Ну, тут это что, типа, понижение... А, класс, слушайте, 22. Так неплохо. Двуручка, очень неплохая. Там бидекстер, да? Дисциплина, плюс 6, хрен лысого. Когда Миклашу сель кирку, окончательно надоел смотреть на то, как на вопрос... А, это все мы знаем. Это все мы читали. Так, Дикин, у меня для тебя оружие есть крутое. Ты его не одевай, пожалуйста. Так, полулаты 5. Ой, какое говно, даже смотреть не хочу. Там просто дичь. 500 миллиардов весит еще. Так, поперли, посмотрим, что здесь. Плюс 3, ерунда. Такое ощущение, как будто тут этим заклинанием вообще все отперлось. Все, что было заперто, да, все отперлось, обалдеть. Так, все мы тут забрали. Тут что есть, то? Что, будете появляться? Давай сразу. Завалим их, а то сейчас появится. Опыта нам, кстати, ведь не дают за них? Не дают. Не дают, но не будем рисковать. Так, ну и последняя комнатушка, в которую, кстати говоря, никак, кроме как отсюда, не попасть. Не могу. Давай, все ты можешь. О-о-о. Вот эти все, кстати, вот эти через стену мы там заюзали, вот это все отперлось, я это видел. Так, колдовство плюс 30, ни хрена себе. Вот это, кстати, прикольная тема. То есть, когда ты что-то там делаешь, например... Подожди, колдовство, там у нас что это? Не магические ведь использования. Чуть-чуть. Пытаясь предотвратить расширение малхаранской теократии, несколько красных волшебников Тея вместе создали эти перчатки, которые должны были помочь магократии, которая контролирует Антер. Хотя перчатки и помогают магам распознавать применение многих могущественных заклинаний, численное преимущество все еще остается на стороне волшебников Малхаранда. Очень много будет стоить. Так, заклинание... Подожди, не заклинание, как там? Перки... Колдовство, что оно делает вообще? Для опознания. Зачем я его косую туда? Зачем я его прокачу? Опознание заклинаний. Ну также является необходимым условием взять эпических заклинаний. Колдовство, прах мумии, дракон рыцарь, великое разрушение, эпическая броня мага на 26-й, нифига себе. Эпическая защита. Удачная проверка означает, что персонаж определенным сотворенным оппонентом заклинания. Узнает, да? Заклинание также получает плюс за каждый норм. К спас броскам против заклинаний. Ну, все нормально. Тогда полезная штука, тогда полезна. Я думаю, чисто только этот. Опознание, думаю, вот говно. Так, жезл грома и молнии. Звуковой взрыв, цепь молнии. Цепь молнии один раз в день. Нифига себе, 20. Сгерменш разрушитель был вождем кобальдов, чье племя посеяло разрушение в огромном андердаркском городе гоблиноидов с помощью грома и молнии, сил ранее неизвестных
в глубинах земли. До сего дня гоблины запугивают своих детей звуками барабанов и вспышками света. Говоря, что это кобальды идут со своими грохоталками, чтобы убить непослушных гоблинят и маленьких багбиров. Жезл нельзя поместить, так оно всем знает. Получается, он бесконечно, один раз в день, но бесконечно, цепь молнии. Вот это очень полезно. Это очень полезно. Давайте... Я понял, сначала на себе его, да? Блин, у нас места нет, я здесь. Посмотрим, что это такое. Посмотрим. Так, воля плюс 6, понятно. Ой, что это такое? Маскировка 15. Бонус к отклонению. Ну ладно, пойдет. Плащ летучей мыши. Ладно, все. То есть, получается, мы сюда зашли только ради вот этого ключа. И причем никак еще и договориться не смогли. Пришлось просто этот самый его кокнуть. Я так понимаю, нас должны были вести вниз туда, да? Там, видать, какой-то этот вот алтарь. Либо вот сюда. Черт его знает. Или тут потом призвать его. О! Какую-то черную жемчужину. Какая черная жемчужина? У нас есть черная жемчужина? Что за черная жемчужина? Подожди, я что-то проворонил? Наверное, какой-нибудь маленький вот такой вот сапфирчик. Он не сапфир, а маленькая черная жемчужина. Вот полюбас. Хоть бы текстуру сделали что-нибудь. А то вот так вот реально можно пропустить. Так, мне интересно. Во, реально, черная жемчужина. Пипец. Маслянистая жемчужина просто излучает тьму. Вы нашли ее в храме Викстры в горе Дриаринга. И полагаете, что священники могут использовать ее для своих церемоний. Охренеть. Обычный кристалл, блин, пипец. Ну давай посмотрим. Положим. Ваше оружие неожиданно становится очень холодным, его окружает странная красная аура. 500 опыта дали. Пить такое. Холод 2D6, поговорить. А, удар, понижение, характеристик, класс сложности 24, сила. Ни хрена себе, этого же не было, он тут тупо ядом. Обалдеть. Фига себе, это имбище. У нас тут клинок вообще какой-то пипец стал, маничело. А можно еще раз? Ничего не произошло. Черная жемчужина не потерялась. Так. Давайте, знаете, как сделаем? Класс сложности 24, это очень, очень хорошо. Вот так вот сделаем. Попробуем загрузиться. Вот, и посмотрим, что может рандомно добавляют или нет. Точно ведь класс? Вот, я до него, правильно? Да, смотрите, нет у нас, получается, вот этого, да? Удар, сопротивление и регенерация вампира. Все, больше ничего нету. Да. Да иди ты. Положить. Даже то же самое сейчас будет или нет? Или тут рандомить можно? Нет, то же самое. Понижение характеристик, класс сложности 24. Ладно, пойдет. Он услышание. Блин, нифига себе. Прикол. Сейчас мы вот еще, видать, какой-то там есть алтарь вот внизу. Нифига. Силу повышать, это очень хорошо. Против вот как раз каких-нибудь лоботрясов там вот, которые очень здорово, мощные, в милишку бьются. Вообще идеально просто. Просто идеально. Так, какой-то склеп. И, кстати, не такой большой. Ну давай, где там все есть? Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот против этих, да? Ой. Чё тут встал-то, болван? Беги быстрее. Ой, фигон, двадцатник не вредил. И, кстати, мы ему силу сняли, походу. Он учит магии. Ну-ка. Ну-ка, давай ещё раз. Да, обалденно. Мы, конечно, очень сильные. Нежити, правда, иммунитет к ударам. Теоретическим, но ладно. Большая кость. А что тут делать на... Я так понимаю, вот эти ворота какие-то вызывают, наверное, лифт какой-нибудь вызовется, да? Да ты... Подожди, все кости сейчас соберу. Кстати, мы в этот самый, это опасно может быть, потому что нам надо еще в городе все продаться, да, вот это вот все дело. Поэтому, ага, вот канат. То есть, наверное, сейчас, после того, как мы спустимся, наверное, или прямо сейчас можно будет в город сигануть. Да боже мой, че языкоище.
Надо, короче, настроить все нормально. Вот так. То есть сейчас мы можем в город ломануть, и у нас, по идее, ничего не будет. Поэтому давай, наверное, привязку сделаем. Сейчас все закупим, себя продадим, потому что у нас уже начинает место заканчиваться. Так, разместить привязку, разместить пятую, последняя. Вот, и заодно надо купить этих... камней блута, а то, мне кажется, они у нас... Ой, у нас до хрена еще 13 штук. Так, нам надо к первой, да, по-моему, первая. Да, заставки нет, замечательно. Так. Приветствую. Здорово. Так, благоприятно. Давайте посмотрим, что у него есть. Так, облачение веры. 5,5. У нас тоже здесь 5,5. То есть смысла от него нет, поэтому продаем. Сапоги ни в коем случае. Лицедия мы не можем продать. Кольцо большого сопротивления кислоте. Я думаю, что, наверное, продавать стоит. Толку от него никакого. Огненный опал. Сапфиры продаем. Лохмотья тоже продаем. Стрелы на потом. Так, камень света зеленый. Это все можно запихнуть, поэтому пока оставим. Так, это все нам нужно. Заклинания все продаем. Так. Камни плута. Окей. Развоплощение тоже пока оставим. Амулет воли 10 продаем. Так, здесь лорда Нашера. Ну, не знаю, чисто ради этого оставлю, не буду. Продавать неохота. Он, по сути, от него толка никакого. Так, продаем. Все, продаем. Шлем тоже на всякий случай пока оставим. Так, это наше оставим. Это оставим. Все, будем продавать. Мясо, наверное, одно оставлю. Не знаю, зачем они. Так, бдинки рейнджера продать. Эти, наверное, тоже уже продавать. Толку от них никакого. У нас вон пипец. Вот тут вообще, вон жопа. 6-10, мы ничего такого особо не взламываем, поэтому, наверное, можно будет продавать. Так, кости тоже просто продаем, потому что из них делаются эти, как их, так, книжки тоже продаем. Шлем рыцаря культа, я не знаю, пока оставим, пес его знает, может быть пригодится, может и как раз его надо одеть и вниз спуститься, тогда на нас, может, не нападут, черт его знает. Вот, но на всякий случай оставлю. Так, это все продать. Рефлексов продать. Перчатку нельзя. Камнееда оставим. Сопротивление огню продать. Это мелочь продать. Так, продать. Заклинания все продаем. Это оставим. Александрит продать. Броню продать. Пламенное оружие. Ну, пламенное оружие, наверное, можно оставить. Мало ли чего. Так, камон. 10 продать. Парализующий болт продать. Продать. Смотри, сколько места, да, сразу? И надо сейчас купить обязательно этот... Так, посох Садалиса оставим на всякий случай. О, кстати, да, позырим, что есть-то. Из шестого. А разряд отличия сбивает вокруг врагов заклинателя, нанося 1d6 врагов. То есть можно в толпе, да, и заюзать. То есть не, на наших не прыгнет. Электрического урона за уровень заклинателя при максимальном уровне 20d6 для первой цели и половине этого показать для следующих целей. Даже 10d6, это же, сколько это, 10-60 урона. Ни хрена себе минимум. Обалдеть. А так будет 20, а, подожди, да, 20-120, нифига себе. Вообще просто сметет нахрен. Нет, вот это оставлю. Остановка времени, кстати говоря, тоже, наверное, можно. Чтоб можно было кастомнуть. Вот это вот оставим. Ужасное увядание тоже оставим. Большое рассеивание меня, прикосновение вампира тоже убираем. Так, основное пригодится, это все продаем. Дисциплины продаем. Исцеление. Так, все продаем. Доспехов смерти. Разовое использование. Содержат в себе различные заклинания, как полезные, так и вредные. Прикол. Так, амулет мощи. Блин, надо бы проверить, пока не буду продавать. Так, алмаз продать. Так, кость продать. Летучие мыши продать. Остальное, наверное, не хочу. Жезл Мороза, грома и молнии надо оставить. Жезл Мороза, он бесконечный у нас, да? Так, ладно, это тоже оставим. Так, у этих лоботрясов. Давайте посмотрим. Вот его не особо что есть. Так, у этого давай сюда. Шлем Меркиля. Блин, тоже неохота ничего продавать. О!
Вот это продадим. Так, стрелы, 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 ладно. Вот, кстати, тоже, смотри. Инструментов-то пиз... полно. Так, иммунитет магия смерти. Кстати говоря, может быть, сейчас это пригодилось бы, наверное, да? Так, тяжелый арбалет. Так, что у нас тут есть вообще? Мне бы надо по заклинаниям восстановление, потому что там нежить пошла, не она любительница вот это все отбирать, все вот эти вот навыки, поэтому заклинание либо банок надо восстановление. Ой, Селения, одна банка. Ой, отлично. Ты 1500 всего. Блин, сразу бы несколько купить. Вот этой шляпой надо точно закупиться сейчас. Прямо сейчас. Потому что она очень-очень помогает. Она фулл хп восстанавливает. Прям идеально. Так, 10. Давай еще пяток. Сейчас так добьем этот. Так, и нам надо восстановление. Кстати, восстановление. А, может и есть. Ой-ой-ой-ой. Так, нам нужно восстановление, это 100%. Так, 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 так. Чего-то пока не вижу, где оно есть. Чего-то восстановления-то и нет, ни хрена. Хотя маг, вот дресня. Так. Блин, реально нет. Очень хреново. Ну ладно. Так, ли я в глаза долблюсь? Вроде нету, да? Вроде нет. Так, у этого у нас лоботряса есть, что, по-моему, там тоже ничего не было. Но на всякий случай посмотрим. Там... Рад встреч! Да, склад твой. Тут у нас, по-моему, только броня и доспехи, да? То есть особо тут ничего нету. Ну, только наши все, все. Так, здесь. Так, невидимость, ускорение, ускорение, ускорение. Так, это все. Все наше, блин. Ладно, все, мы закупились. Сколько у нас? 200 пойдет. Поперли. Кстати говоря, камни, камней плута-то ведь и нету. Приветствую. Обалдеть. Посмотрите мой склад. Камней плута-то ведь нет. Я сейчас только обратил внимание. Обалдеть. Неужели он... Они не продают... Или продают? Они реально не продают. Офигеть. Это, то есть, получается, если бы мы в самом начале в таверне не закупились... А мы ведь не можем попасть туда. Мы не можем. Если мы в таверне не закупились, то все получается ГГ. Офигеть. Или он сейчас не берет их? Кстати, надо бы глянуть. Так, переместиться к привязке. Телепортироваться. Ну-ка. Слушай, так а что-то реально, он эти-то не берет. Он может сюда бесплатно перемещаться, а потом сюда. Так, надо, по-моему, пятая, да? Ну-ка. Да, реально, он его не берет. Все, он бесплатный теперь, офигеть, я что-то внимания не обратил. Вот это прикол. Так, тут веревка была, да? Да. Все, тогда давай го вниз. Край ямы. Так, бросить в яму камень. Камень падает и исчезает в темноте. Через несколько секунд вы слышите, как он ударяется какую-то твердую поверхность снизу. Сейчас вылезет дрянь какая-то. Ладно, прицелиться, прицепить веревку и спуститься по ней в яму. Ой, а мы его случайно не убили? Нет, вроде нормально. Уфига, так они добрые. Жрец, стоящий перед вами, высок и бледен. Из уголков его рта сочится кровь. Добро пожаловать, дитя. Скрежечет он. Тебя избрали для выполнения воли Викстры, да? Да, меня избрали. Давай, кто ты? Когда-то меня звали Зеремун, но у нас больше нет имен. Мы просто старейшины, те, кто живет с Викстрой, собиратели костей. Мы исполняем волю своего хозяина, мы выполняем его желания, а он наше. Я здесь, чтобы служить. Давай посмотрим, что выльется в это. Какое благородство! Твое великодушие не исчезнет. А, не исчезнет, если я скажу, что твои кости то, чего так ждет великий Викстра. И у него огромный интерес к костям. Я все кости продал! Чувствую, зря. А почему у него такой интерес к костям?
Жрец улыбается. Струйка свежей крови просачивается меж его плотно сжатых губ. Он скажет, скажем так, чувствует определенное родство к ним. Он, видишь ли, ваятель. Ему нравится создавать вещи из них. Но мы, если что, получается, можем тогда вернуться и выкупить их обратно. Кости никуда не пропали. Если такого желания Викстера, они принадлежат ему. Простите, я не хочу расставаться с костями. Ну-ка давай, давай отыгрывать. Посмотри, куда нас заведет это. Если такого желания Викстера, они принадлежат ему. Дикин, не думать, что это хорошая идея, босс. Тебе самому нужны твои кости. Знаешь, есть вещи, которые похожи на излишнее самопожертвование. Отдать кому-то собственные кости определенно одна из таких вещей. Видишь ли, тут есть небольшое затруднение. Среди жрецов мы, старейшины, должны принимать определенные меры, чтобы мы могли служить Викстре в веках. Давным-давно был заключен договор, решение. Викста получает кости, но кровь наша. Жрец открывает рот, обнажая два острых клыка. Он впивается в ваше горло. Нифига себе. Ты чё, урод, нифига себе впиваться в горло, а я чё, так просто дал, позволил себе выпить кровь? Ну ладно, сейчас тут наваляем. Хорош. Тут побежали. Там что? Там тоже есть какая-то. Нормас. Так, это что такое? Энергетически потрескивает, светится. Ага, ладно, возьмем. Не знаю, что это такое. Так, а что, кости будут с ним? О, большая кость. Может, выторгуем, а? Так, там еще какая-то дрянь была. Убежала. Ну ладно. Потом ее догоним. О, вот этот прикол, деревянничек пустой. Так, здесь огром... Ага, вон там кто-то есть. Огромная-огромная. Давай посмотрим, что здесь. Огромная какая-то площадь. В гробу лежит труп с бледной кожей, покрытый... Напасть на труп. Покрытый бескровными ранами. Пока вы смотрите, раны к вашему ужасу быстро зарастают, от них не остается даже шрама. Напасть на труп. Вам удалось ударить труп, но рана продолжает быстро зарастать. Вам придется найти другой способ уничтожить существо в гробу. Эй, босс, у старого хозяина была книжка про нежить. Дикин читал ее один раз. Там писали, что для убийства вампиров нужен деревянный кол. Дикин когда-то пытался написать про эту песню, но со словом вампир ничего не рифуется. Не рифуется. Не рифуется. Ой, подождите, монах культа. Это что, это дресня у нас в этой... зарезалась, что ли? Обалдеть. Еще тяжело срифмовать скелетов у зомби. Дикин думает, это не просто совпадение. Монах культ, это тот самый монах? Нет. Чуть ли, вот так. И 200 опыта за него, обалдеть. А. Подожди, там кого там нашли, смотри. А можем ее раздраконить? Не, неэффективно. Напасть на труп. Я так понимаю, сейчас вылезет опять, да? И нифига. Так, ну давай посмотрим, что тут. Так, 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 так. Не могу. Давай, не можем. О, деревяшка с занозами, обалденно. Вот это нам и надо было. Это, наверное, просто как обучалка, да? Так, да, реально кол, смотрите. Из этого куска дерева во все стороны торчат щепки, и он неплохо лежит в руке, так что вы полагаете, что при необходимости он может послужить грубому оружию. Блин, вампир лежит, да, и рядом, прям в соседней комнате, оружие, которое может его убить. Вообще болваны, что ли? Это какой-то пипец. Воткнуть кол сердца существа. По телу подходите ржавый ключ. Ага. А, я понял. А, ключ монаха. Блин, нифига себе, болван! Надо же было так, а? Прям то, что его убил. Дикин не помнит. Было и перед Е, и, или после. И... Вот там кто-то есть. Пьедестал. Эй, ой-ой, что там бьет нас? Туда, наверное, вот эту шляпу надо. О, точно. Офигеть. Причем нас что-то не бьет током. Урон. Или наносит. А вот, кстати, не бьет больше. А, мы типа переносим, да? То есть нам еще одну надо. То есть мы вот сюда. Ну-ка. Да, нам вот сначала сюда, наверное, да?
а потом сюда. То есть несколько сфер у нас будет, я так понимаю. Да-да-да. И да, здесь три надо уже, все понятно. Все, тогда получается нам первую это вот сюда идти. Прикольно? Прикольно, ну поперли. О, монах. Я вам сегодня кровь. Ты что, дурак? Что началось? А что здесь сбили-то, урод? Уровень снижен. Вот этот поиски. Чем-то? От дракона килят. Умри, умри! Тьма поглотит тебя. Какой мерзкий голос. Давай выйдем. Тоже восстановим. Тут надо... Кольев не хватит, блин. У меня же такой мощный бил. Опыта, конечно, пипец за ним делит. Он в инвизе, нифига. Куда крысы? А, не по гробам аж прям, смотри. Напасть на труп. Так, я... И Коля, наверное, тут, да? Так, сапфир. За серии-то какие, а? Так, нам колья нужны. Так, это снарядов, это понятно. Низшего вызова, окей. По идее, по-моему... А, нет, наверное, огнем тоже нифига этих вампиров. Мне это самое не пронять. О, резается. Вот крыса. Я нормально их и без этого завалил. Без кола, блин, да? Так, нам надо восстанавливаться. Это меня отобрали тут. Наверное, это какое-то отражение, я черт его знает. Хоть бы восстановилось. А, хрен тебе лысого. Уровень понижен. А что делать? Блин, вот говно. Сирение. Тьма. Ну-ка давай так, может так? Блин, уровень понижен. Вот это забавно. По-моему, это навсегда. Блин, тут я не бесконечный, вот за серии. Так, короче, что-то скамья какая-то. Фига тут можно фармить опыт. Каждый раз по 200 дают за них. Они вообще слабые достаточно. Нифига тут можно и фармить. Я выпью. Обалдеть. По 200 опыта, с ума сойти. 200 опыта реально. Офигеть. Так, ладно, все, пускай бегут. Так, на, я так понимаю, нам на коле тут какие-то искать, чтобы их завалить. Они так бесконечно будут, да? Магический клык, огненный опал. Ну, тут дверь еще какая-то есть. Напасть на труп. Звучит, конечно, дико. Напасть на труп. Так, призвать существо, это ладно. О, давай, 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 иди сюда. Еще 200 опыта, я не против. Вот, видите, силу отобрал. Красота. Так. Ну, мерзкие твари, конечно, ничего не скажешь. Давай, где ты там? Иди сюда. Просто, что мы сами нормально деремся. Мне просто на этих, на охотников теперь рассчитываем, да? Вот это здорово. 200 опыта, обалдеть! Вот дух реально туда убегает, и все. И ресаться потом. Так, крыса. В темноте глаза крысы напоминают две бусины. Спасибо большое, помогло. Пипец. Так, понятно. Ищем книгу, которая помогла бы нам. Канун темной волны 1034 года Викстра наконец обрел свою истинную форму. И большие его крылья не... А, больше его крылья не тени, но страшные кости. А, слушайте, может, с костью что-нибудь? Его мощь возросла благодаря нашим жертвам и трудам. Мы создали нашего бога и сделали его вечным нашим молитвами. Теперь мы станем бессмертными, теперь всегда мы будем поклоняться его воле. Отток энергии, разовое использование. Блин. Может быть, еще и какой-нибудь отток энергии, хрен узнает. Камень. О!
А, подожди, это камень, так, это мы читали. А слушай, а если плоть в камень, вампира в камень превратить, он же, по идее, не резнется больше. Губа, пробуем. У нас, по-моему, где-то заклинание было плоть в камень. Да, б... у торговца было заклинание плоть в камень. Вот 100% у торговца было. Болван. Камень в плоть, это обратно. Блин, я точно помню. Ой, зараза. Это тоже обратно, да, камень в плоть. Блин, а плоть в камень. Ммм, вот говно. Так, подожди. Может тут что-нибудь? А, так. Не, нифига. Очень жаль. Ну ладно. Блин, вот интересно, вот это реально. Так, вот рыбы все читали. Вот это продумано или нет? Как думаете? Мне кажется, ни хрена не продумано. То есть он. Ну, что, будете драться-то, нет, господи! Весь опыт бегает. Не уровень. Умри! Видите, он попёрся. Ну, 200 опыта. Вообще, они же вообще слабые. Надоедливые больше, да? Нежити такой гигантский дух. Блин, реально, больше надоедливые. Так, тут у нас ни черта. Вот какие-то кресла. Может, раздраконить их надо? О, реально. А, блин, вот болван, точняк. Мебель-то для чего? Вот для чего. Ёперный театр. Чё-то я сразу не подумал, нифига себе. Блин, тут, конечно, пофармить можно. Давайте немножечко, так сказать, я пофармлю немножечко не на запись. Деревянно с занозами. А, чё там? А, то есть с одной можно набрать, да? Сколько у нас их там? Раз, два, три, четыре, восемь, да, штук? Нам надо восемь. Раз, два, три... Раз, два, три. Четыре. Четыре, да? А, вот так. А так нормально. Вот так собират. Смотри, они остаются. А когда перетаскиваешь, они. А, нет, тут, видать, количество определенное. Ладно-то, а так. Все, отлично. Что-то они больше не рисуются. Давайте-ка! Я предлагаю давай на этом заканчивать тогда, да? И я немножко... А, слушай, не... А, нет, появляются. Немножко опыта по фарме, потому что мне надо опыта вообще, смотрите, 3000 буквально. Поэтому я, наверное, тут сейчас побегаю и пофармлю. Вот, а потом тогда, наверное, в следующей серии мы уже с новым уровнем подключимся. Тут тем более фармить просто вот так встал и все. Красота. Поэтому все, наверное, ребячки, спасибо большое за лайки, за поддержку, за подписку, ребячки, и увидимся уже в следующей серии. Всем доброго, друзья, всего самого хорошего, и всем пока.